Польская комиссия нашла запись момента взрыва в записи бортового самописца Ту-154, в котором погиб президент Лех Качинский. Об этом заявил министр обороны Польши. Сейчас специалисты анализируют запись. Напомню, авиакатастрофа произошла в 2010 году под Смоленском. Тогда погибли 96 человек, включая президента Польши с супругой. Причиной падения самолета назвали ошибку пилотов, а именно решение экипажа не уходить на запасной аэродром.